5 шагов к избавлению от сутулости. Первое. Исходное положение. Руки на поясе, ноги на ширине плеч. Делайте круговые движения выпрямленными руками сначала вперед, затем назад. Повторите упражнение 6-8 раз в каждую сторону. Второе. Исходное положение. Руки на поясе, ноги на ширине плеч. Поочередно поднимайте сначала левое, затем правое плечо. Повторите упражнение 6-8 раз. Третье. Исходное положение. Руки на поясе, ноги на ширине плеч. Резко поднимите плечи, затем медленно опустите их. Повторите упражнение 6-8 раз. Четвертое. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки в замке за спиной. Медленно потянитесь вперед, максимально выгибая позвоночник и отводя сцепленные в замке руки назад. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 6-8 раз. Пятое. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, руки свободно располагаются по швам. Поднимите правую руку вверх, левую отведите назад. Согните руки в локтях и постарайтесь соединить их за спиной. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение, меняя положение рук 6-8 раз с каждой рукой.